А в Мирном завершились онлайн-соревнования по воркаут. С 1 по 16 августа участники экстремального вида спорта боролись за первое место в двух возрастных категориях. Спортсмены должны были записать на видео технику выполнения упражнений. Если в первом этапе, по словам участников, было легко, то во втором пришлось попотеть в буквальном смысле. Ну, в первом этапе упражнения были достаточно простые, то есть человек с минимальной подготовкой может их выполнить. Это даже очень здорово. А во втором этапе было одно такое упражнение, называлось «Капитанский подъем». Это упражнение, конечно, оно достаточно, как мне показалось, опасное. По итогам двух соревновательных этапов среди юношей самым гибким и сильным стал Беймирза Сулайманов, а среди мужчин победу в Чернышевске забрал Артем Цепильников.